Швейцарская служба надзора за финансовыми рынками Финма объявляет о прекращении деятельности Экоин. Как сообщает Reuters, контролирующий орган также начал расследовать еще 11 эпизодов мошенничества с цифровыми валютами. У руля проекта Экоин стояла компания Quid Pro Quo, получившая более 4 миллионов долларов за последний год, сообщает Финма. Служба надзора отмечает, что подобные операции сродни открытию депозитов банками и без надлежащей лицензии финансового регулятора не являются законными. Согласно отчету Финма, Экоин – фальшивая криптовалюта, так как хранилась на серверах Quid Pro Quo, а не на распределенных сетях. Финрегулятор уже высказал подозрения трем компаниям в нелегитимных операциях и начал расследовать деятельность еще более десятка компаний, предположительно использующих фиктивные криптовалюты.